Всем привет! Время 9:40. Это сообщение для тех, кто любит попиздеть на форуме. Вот. Хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, здоровья в первую очередь в нашем нелегком деле. Вот. Как бы людям, которые реально отдаются футболу, чтобы реализовывали все свои пожелания, чтобы уровень свой повышали. Вот. И хотелось бы что еще добавить. Новый год должен показать, кто вообще чемпион. А в первую очередь в первом Д. Спасибо. Всех капитанов и руководителей лиги поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю прекрасных матчей футбольных. И здоровья, счастья и успехов во всем. Поздравляю от вратарей всем вратарям. Поменьше голов, побольше красивых сейвов. Я присоединяюсь полностью к поздравлениям вратарей матча, всем вратарям лиги. Наша огромная игра. С Новым годом! С наступающим! Всем привет! Поздравляю всех травмированных с наступающим Новым годом, поменьше травм. А остальным советую поменьше наносить травм, потому что не играть в футбол – это очень тяжело. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Поздравляю особенно команду «Саботаж», ребят из «Интера», из «Прометея», ну и всех остальных, кого я знаю. Все, всем с Новым годом. Поздравляю с Новым годом всех защитников и всех игроков команды ЛФЛ. Здоровья, счастья, спортивных успехов. Защитников хорошо стоять в защите, нападающим забивать, полузащитникам бегать туда-сюда, как полагается. С Новым годом! От лица лучшего бомбардира команды «Максимум» хочу поздравить всех коллег по футболу, по амплуа, так сказать, любительской лиги Восточного административного округа первого дивизиона с наступающим Новым годом. Всем успехов, удачи, ну и реализации по максимуму. Все, спасибо, с вами был Владимир Михаил. Короче, всем модникам и метросексуалам Москвы передаю привет и поздравляю с наступающим Новым годом. Ну, все, кайф. Хочу поздравить всех игроков лиги, всех членов нашей команды в особенности. И, как попросили меня, поздравить всех технических парней. С Новым годом, с наступающим всех. Поздравляем всех болельщиков нашей лиги. С Новым годом, да? С Рождеством, с 8 марта заодно. 23 февраля. Ну и с 1 мая. Чтобы два раза не вставать. Что еще сказать-то? А, проигрывайте почаще максимум, да и все будет хорошо. Я считаю. Все, спасибо, все свободны.